У Києві відбувся 35-й фешн-вік. На показі нові імена у рамках проєкту «Ліптон Сіті» «Дивовижне місто» шукали дизайнера дивовижного міста. Ну, власне, хто ж став щасливим переможцем і які кольори та фасони у тренді уже цієї зими знає наш моднявий Філ. Я уже знаю, что будет модным в следующем сезоне. И сейчас вам по секрету расскажу. Я на Ukrainian Fashion Week, главном модном событии года. В тренде лаконичные линии и монохром. Шифон, батист, хлопок. Модными станут трапециевидные сарафаны и а-силуэты. Или наоборот, осиная талия. Но главное... Женственность и пудровый цветок. Любители выделиться, не расстраивайтесь. Солнечный желтый тоже будет в тренде. Детская настроенческая коллекция. Так мы ее назвали для себя. Цвета бабушкиного варенья. Из деталей, например, широкие бретельки на одно плечо и тапочки с перьями. Да, в этом году удивили. Столько мировых светил моды собрали под одной крышей. Но главное, здесь дают дорогу молодежи. Попробуй нынче пробиться без помощи. Поэтому я пришел на показ у лучших молодых дизайнеров новые имена. Впервые Ukrainian Fashion Week вместе с Липтон искали дизайнера дивовижного міста. Раньше мы украшали парки, реставрировали бюветы, сделали спортивную площадку в парке Феофани, открыли сад камней в ботаническом саду. Основная цель проекта – добавить новых положительных эмоций и повысить комфорт для населения. Сейчас мы ищем молодого дизайнера для Липтон Сити. Мы разрабатываем очень много аксессуаров, сувенирной продукции, одежды для прямого персонала. И хотелось бы, чтобы она была авторская. Это очень популярный конкурс. Приходит до 40 заявок, рассказывает основатель недели моды Ирина Данилевская. Но к подиуму допустили только четверку самых лучших. Мы хотели выбрать не просто качественных дизайнеров, а людей, которые представляют какие-то разные точки зрения на будущее моды. Пусть цвета и монохромные, зато какой крой! Легкая майка, штаны с принтованным кодом ДНК, символом из нашей коллекции. Это называется Universe Vibe. Это та вибрация вселенной, которая очищает нас, ведет вперед, делает преображение во всех нас. Светлана и Наталья работают в украинском этностиле. Его сейчас юзают многие, но девушки заслуживают респект. Вот рукава, старинная вышивка, оно было уже неносибельно, мы это преображаем, сочетаем с современными тканями, и они получают вторую жизнь. А это молодежный стрит-стайл. Космические штучки, клеенки, блестяшки, плюс к натуральным тканям. Это как бы такая молодь майбутнього, але вона не просто там пуста, технічна и щось таке, а це та, яка задумається. Какие няшки! Гостья из Беларуси Забелина запомнилась стилем пижама-лук и рисунками в виде стульев и окон. А мне все понравилось. Вот прям за всех болею. Фу, что-то я прям размер уменьшился. Пойду чайку зеленого попью. Я слышал, он сейчас очень популярен среди вип-тусовки. И все модели, кстати, тоже его пьют. Ух, красавицы какие! Я тоже хочу быть стройным и красивым. Пока я отдыхал, наслаждался инсталляциями и стендами в холле, пришло время награждения. И the winner is... Мы бы хотели вручить этот диплом Виктории Наженко. Спасибо. Ваша коллекция очень интересная, модная, светлая и такая же инновационная, как наш бренд. Кто забыл, ее коллекция – городской стиль, яркая, но удобная одежда. У нас есть, как бы можно сказать, такая маленькая иерархия, чи велика. Это новые имена, потом фреш, а потом уже великий подиум. И это возможность заявить про себя, самые new names. Так что есть из чего выбирать. Но я соглашусь с Викторией. Индивидуальность – это не значит разодеться, как попугай. Оставайтесь самим собой.